Вечером 4 июля были обнаружены последствия очередного акта вандализма. На этот раз пострадал памятник солдату и матросу на мысе Хрустальном. Когда именно это произошло, неясно. Участники добровольной народной дружины «Рубеж» в ходе патрулирования площадки у памятника в субботу вечером заметили изъян фигуры. На правой ноге матроса был вырван кусок металлического покрытия. Вот такая картина предстала перед нашими глазами сегодня, когда мы патрулировали данную местность. Наш экипаж поднялся поближе осмотреть. Было выявлено повреждение металлической конструкции самого памятника и большая куча мусора внутри. Дружинники отмечают, сам памятник не огорожен даже декоративным забором. Попасть на него может каждый желающий. Например, по пьедесталу часто катаются роллеры и скейтбордисты. Здесь же часто сидит молодежь, наблюдая закат. На территории мемориала находится будка охраны, но самого охранника уже давно на месте нет. Информация о случившемся передана в полицию. В основном нарушение здесь – это распитие алкогольных напитков в общественных местах. Распивает наша молодежь города Севастополя. Хотел бы напомнить, что это статья 20.21 и статья 20.20, за которую вас могут оштрафовать от 6 до 2500 рублей. Наша функция, как народной дружины, предупредить. Если люди не понимают и повторно начинают распивать алкогольные напитки, их уже как бы отлавливают наряды полиции и составляют протоколы.